Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть и байнедова Изика в Тербёрт, и новое дневное испытание начнется через 3, 2, 1, 0. Это будет, кто же это будет? Это будет Лост. Да, вот тут ты печаль. И Лост там надо идти куда? Всего-то два машины лапы. Ой, проклятие, не видим артефакты. Big fan. То есть большой фан Лоста. Это такая муха. Или фэн, в смысле, вентилятор, пропеллер. Возможно, вот это вращение мушиными крылышками можно считать как вентилятор или пропеллер. Или ключик дадите? Не дадут. Дайди ключик. Кто-нибудь, дайди ключик, пожалуйста. Нет. Обидно, да? Только зашел. И ключика сразу нет. Вот есть. Но надо сделать правильный выбор. Либо этот сундучок, либо этот. Давайте этот. Ну, хороший выбор, тут есть еще ключик и бомба. Тогда тут неизвестно что, это оказывается, ну, по-моему, получше, чем то, что есть. Окей. Наш дружелюбный, в смысле, недружелюбный босс Стивен. Стивен, так, Стивен, спокойствие. Мы всегда аккуратно и осторожно играем. Никаких вот этих вот щит-сбилов не надо нам. Щит есть, отлично. Ай. Ай-яй-яй. Щит же не сбит, правда? Можно жить? Щит не сбит. Какое счастье, щит не сбит. Ой-ой-ой. Но плохо, что за это все дадут всего-то навсего помощника. Хотя могут дать и повышение дамага. Дали белое сердечко. Литл Стивен, естественно, психически. Психически ненормальный помощник, который летает и... психически так стреляет, что всех задевает просто потому, что он такой. Окей. Че дают? Burning Basement, горящие. Ну, хорошо. Черные сердечки, непонятно зачем, но ладно, спасибо и на этом. Что-то я боюсь в эту комнату теперь заходить, которая с шипами. Там же может оказаться какая-нибудь засада в стиле «мы собьем тебе щит, и к ней вылетишь обратно». Это будет обидно. Есть ли у нас ключик? А, давайте как-то их так стрелять, чтобы нас не задевало, а их задевало, и вот как-то так. Эй-эй, он стреляет прямо на весик, а может попасть ни в коем случае. Вот этого сейчас взорвать черного. Он, по идее, должен взорваться, или с него выпадет бомба, или... и то, и другое. И взорвался, и бомба. Ну, спрашивается, вот вышли они теперь, и что? Все равно же тут камни. Главное, что ключик дали. И ключик нам позволяет получить... что-то стрёмное. Spider Baby. Это будет появляться паучёныш, который будет всех атаковать, я так понимаю. Но, по-моему, он будет появляться после того, как персонажа уже заденут один разок. Ну, конечно, да, это собьют щит. Без щита и жизни-то, но... какая жизнь, собственно? Он же ж... уже не жизнь. Уже как бы... непонятно что. Вот как бы после смерти получается зомби и призрак из одного. Это как в физике всяких там субатомных частиц. Ну или даже атомных. Там, например. Типа атом можно разложить там, ну, примитивный, на нейтрон, протон и электрон. И тут вот тоже как бы Айзека можно разложить на зомби. В принципе-то это зомби получается. А, ну этот, который 3 и знак вопроса. Щит сбит, договорился. Вот сейчас договоришься. Нет, поговори еще. А ну, взял, так сказать, себя в руки Лост. У него, правда, наверное, нету. Но тем не менее. Так, осталось самое главное, не убиться об костер. Ну все, в этой комнате убиться нельзя. Спасены. А в этой можно. Опасность, щит сбит, серое сердечко. Такое тоже ни о чем. Секретная комната. Может тут? Даже как-то... ну ладно. Что дают-то?
Нам бы усиление дамага какой-нибудь. А, между прочим, можно глянуть, что есть в магазине. Что такое рейндж-ап? Хорошо. Two of Hearts. Полезнейшая штука. Белое сердечко. Ну, мы возьмем, конечно. И глянем, что в магазине. Вряд ли там жадность так быстро. Да, так вот. Типа Айзека можно разложить на зомби и призрака. Вместе они дают Айзека. Ну и некую искру жизни, которая их держит вместе. Слушайте, может взять, вот и взять это, или взять и не взять ничего. Лучше возьмем и возьмем ключик. Вот. Он может не попасть, а вот будет купленный ключик. А еще секретная комната. Ну, есть варианты. Все-таки пять бомб. Может быть, одна комната, которая тут. Но не факт. Давайте мы лучше попробуем с магазина пробиться, потому что тут хотя бы видно середину нормально. Ух ты! Это всегда весело. Грибочки. Хагрид любит грибочки. Рейндж-ап, хорошо. Ты кто такое? Ретровижены? Ты кто такое, Лемон Пати? Ну, ребята, дайте уже гриб, который повышает все характеристики. Нет. Да ладно. Жлобы. А все-таки взять и взять мух. Или... Ну ладно, сэкономим 15 монеток до следующего магазина, если мы до него дойдем. Так, маленький противный рожище. Рожок, конечно, рожок. Вражок. Вот это как переводится правильно. Вражок. Ну, типа враг, это такой серьезный, такой, типа, Гурди. Думаете, там темнейший гад. Ох ты, гад, а этот вражок сбил щит? Между тем. Щит сбит, как жить? Эй! Слышь, осторожней, да? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, тролли-тролли-бомба. Ай-яй-яй, тролли-дырка, тролли-дырка. Нет. Даже не думай. Ничего такого не будет. Будет нормальное, классное прохождение. Чё ты так сразу? Все, свободен. Желтый шприц. Что может ухудшить, я не знаю. 2-1-2-2-2-1. 2-1-3-3-2-1. Типа дамаг стал больше и быстрее стреляет. По-моему, в этот раз не так и плохо. О, вот это хорошо. Вот это вообще классно. Теперь и дамаг больше, и вообще. Но было бы лучше, если бы там было 9 жизней. Это бы наверняка нам позволило пройти дальше, дольше. В общем, пройти. 9 жизней, да, пожалуй, помогло бы. А еще лучше помогло бы, если бы нашли сейчас и 9 жизней, и, скажем, книгу... Тихо. Супер-чудо-книгу добра. Holy Bible, которая, конечно же... Позволило бы все пройти просто на раз-два. Все это имеется в виду мамашу. В данном случае имеется в виду только мамаша. Ну, мы посмотрим, может, она найдется, эта книжка. Надо только все проходить комнаты, искать. Вдруг появится комната библиотека. Или же такое бывает, что она в магазин попадает. Ух ты, есть точка безопасности. Угадайте, откуда мы будем стрелять? Конечно же, с точки безопасности. Магазин. Фонарик. Фонарик. Фонарик, конечно, можно... Ну и ключ нужно. Как все сложно. Нужен ключ. Погодите, не спешите. Нужен ключ по-любому, поэтому фонарик пока подождет. Поищем либо ключ, либо 5 монеток, а потом решим брать либо фонарик, либо что-то, что лежит в комнате с артефактом. Ух ты, не-не-не-не-не. Щит сбит спокойно. Все в порядке. Так, вот здесь что-то. Отлично. Точка безопасности. Золотая бомба. Это как золотые сундуки, только бомба. Нет, конечно. Не хватает самонаводящегося выстрела, чтобы стоять где-то в точке безопасности и всех оттуда... Вообще, стрелять куда-то в потолок. А выстрелы будут сами лететь к противнику. Что, что? Два ключика. Все, ключики есть. Взрываем камушек. Усиление здоровья... нет. Я думал, там будет усиление дамага. Тут уже бес. Ну вот, собственно. Все, что надо, мы нашли. Можем, конечно, еще поискать секретные комнаты. Ну, а че бы нет. А тут у нас... Козел отпущения. Пусть будет. Че, пусть будет? Все будут на него отвлекаться, а в это время мы будем убегать на точку безопасности. Секретная комната. О,
Что тут есть? Игровые автоматы. Автомат. У нас, между прочим, золотая... Блин. Если бы найти кучу деньжищ, она уже как бы находится потихоньку. То может что-то классное в игровом автомате получится. Ну, не знаю, не знаю. Вот как будто тут секретная комната. Ну, это неправильное ощущение. Нас обманули, как всегда. Это обычное явление. Ай да ладно. Хоть бы что-то в этом грибочке. Что, тут секретная комната? Вообще-то она где-то рядом с боссом. В таких, ну, низкоуровневых уровнях. Низкоуровневый уровень. Масломасляные. Монстры. Монстрейные. Монструозные. Как-то звучит противно, ну ладно. Чё в бой-то пускают? Алё. Алё, пустила в бой и в бою золотой сундук. Ах, ах, ну нет. Ну уж нет. Огонь. Так и есть. Это же черти, щит сбит. Как щит сбит? Телепилс. Пожалуйста. Щит сбит. Блин. Все, на этом наше прохождение закончилось. Не заходи в эту гадкую комнату. 6-й, 10-й по миру. Обалдеть. Ау, и все сдохшие. Че я понимаю, не столько... Че мы первого не видим? Сколько у него? Я хочу увидеть, кто первый. Почему у него... Сколько у него очков? 1908. Ух ты, какой... Но мы это так не оставим. И пройдем таки. Да что это было сейчас такое? Капец. Теперь еще помню, где что было. Оу, big fan, спасибо. Я все забыл, я думаю, пройду, все классно и на тебе. Опять 25. Ну, зато мы попали в первую десяточку. Не весело. Вообще не весело. Ну, вот так уже все шло классно. Зачем ты зашел в эту шипами комнату? Ай-яй-яй-яй, бомбит, бомбит, бомбит. Не бомбит. У нас не бомбит. Ситуация под контролем. Ну, типа того. Да, вот эта пакость, которая, типа, должна была помочь. Ну, и помогла, соответственно, один разок. Сейчас мы его будем бигфеном. А вот дульки, они как-то не совпадают по фазе. Эй, иди получи в дыню. Вот. Ай, нет, нет, не подходи, не подходи, нет, нет, не подходи. Да как его подставлять, эту муху-то? Муха, муха. Муха. На каком мы там уровне дошли? Чё-то не помню. До третьего, что ли? Вроде быстро шли, все классно. Уже думал, даже босс ран глянем. Ага, глянул. Не заходи в комнаты с шипами. Вот, просто вот не заходи. Если нету 9 жизней, не заходи. Все. Или кого-нибудь экстра дамага. Ведь его нету. Ну, блин. Спасибо, щит сбит. Little Steven. Ну да, ничего не поменялось, все то же самое. Ох, рбр-гр-бр. Так хорошо начиналось, и вот на тебе. Тут, кажись, можно было зайти, тут два черных сердечка. Ну, взяли, да. Но не заходи в комнаты шипами. Зачем тогда взяли? Смысл этого был непонятен. Так, что-то тут было не так. Что было не так? Я не помню. Глянем, что вверху вроде там что-то, что... Ничего вообще, ну, комната с боем, между прочим, это может и что-то. А также камень с крестиком, которым бомба и серое сердечко, но по сути это вернулась бомба обратно, и ничего. Эй-эй-эй, это не та бомба, которая хочется, чтобы вернулась. Золотой сундук. И вдруг оказалось, что нету ключика. Да уж, да уж. Лостом. Вот такостом. Ну, мы идем дальше, идем дальше. Дальше больше. Вот эта плохая комната, ну как плохая. И за нее должны были дать, насколько я помню, ключик, чтобы как раз открыть и взять, что там было. А что там было? Сейчас вот взорвется, и с него еще бомба выпадет. И все выбегут, типа, о, ура, а вот нет. Они же глупые. Они не выбегут, да они же видят вот
такие простые. Зомби простые, видят? Еда, идут к ней. Короче, какой-то отстой тут давали, дали, и... Ну, это отстой, да. Это да, это отстой. Не помню, были ли тут монетки. Вот не помню я такие мелочи. И артефакты действительно тоже. Один другого ни о чем. Это тут же босс будет рыжок? Или как? Босс как? Ну как он взорвется? Конечно, взорвется. Так, и ты тоже. Кто же еще? Что же еще? И здесь была фекалия, нет? Это такая. Да, вот она. Что-то помню, какие-то фекалии. Специалист по фекалиям. Оу. Оу. Фу, как не... некрасиво. Ой, щит сбит, как это произошло, не знаю. Само? Осторожно, не убейся об костер. Драгоценный, ты наш лост. Ну чё, и ничего. Здрасте. Серое сердечко, вот теперь-то заживем. И да, я вспоминаю, тут была секретная комната. Но что в ней, не помню, а в ней... Да, вот это хорошая комната. И... Так, ключик есть, деньжищи, хорошо. Магазин, а, я помню магазин этот. А что-то мы в нем купили, вот это не помню. Рейндж-ап, хорошая вещь. Да-да-да, тут что это такое у нас? Two of Hearts. Ну, не помню, что ерунда какая-то. Помню, что секретная комната была рядом с магазином. И там были грибочки, в которых... А в них ничего не было. То есть там ничего полезного. В общем-то, как и в магазине. Да, или взять банку для мух. А вот, знаете, взять и взять эту самую банку для мух. Ну, наверное, так. Пускай будет банка с мухами. Ключик один есть, целый один. Оу. Только вот это. Мух-то пока нету в этой банке, потому что нету. Гадкие рожище. Как мы там его? Вражок. Это типа есть дружок. А есть вражок-рожок. Рожок. Рыжок. На-на-на-на, попроще там. Будь проще. Вражок. Прикольное название. Вражок. Ну, типа враг. На такой. Да, вот это вот сейчас посмотрим, поможет ли теперь. 2-1-2-2-2-1. 2-1-2-2-2-1. Хэпс. 2-1-3-3-2-1. Все правильно. И тут мы взяли, помнится, вот это. Да, вот это хорошая вещь. В данном контексте хоть усиливает дэмэджи. Где лапа? Появись уже. Ну, отлично. Монетка сверху. Ну и раз уж мы такие занудные, а мы занудные. Мы проходим лостом второй раз одно и то же. Это занудство. Мы все, каждый костер осмотрим, чтобы набрать монеток, чтобы купить... Что там было? Фонарик? Это же тут было, да? Фонарик. В магазине был. Взорвись. Взорвалось. Давайте-ка все осмотрим. И я помню, это вот в этом уровне-то и наш персонаж немножко есть... Получил загибайтен. Так все было хорошо, пока не зашел в комнату. Комнату с шипами. Теперь вспоминаем, тут же вроде не было... Где-то была золотая бомба, вот что должно было быть. Вспомнил, золотая бомба. Золотая бомба. Ну где она? Щит сбит, щит сбит, щит... Нет. Уважаемые головы киперов, сокращенно голкиперы. Или это голые киперы? Не бейте нас. Все, спасибо. Этот был золотой сундук, он и опять тут и есть. Комната с шипами. Но уж нет. Да будет она проклята, эта комната с шипами. Не будем мы туда ходить. Или сходить. Вот будет смешно. Пошел еще раз и еще раз получил от демонов в дюндель. Нет. Только если будет какая-нибудь пилюля телепортации попадется. Вот тогда да. Тогда можно будет сходить. Иначе не-не-не. Не-не-не. Фу-фу-фу. Монетка. Кстати, уже 28 и
чтобы еще вспомнить, где же я находил эту золотую бомбу. Может, она теперь и не выпадет. Но где была золотая бомба? Кажется, в большой комнате. Ой, опасная комната. Вот на фоне того-то я забыл, что тут опасно. Эх, ты какой хитрый. Тролли-бомб, да, помню, было такое. Кажись, она тут будет, золотая бомба, как раз выпадет из сундучка. Что-то вот типа этого должно было быть. И мы бы уже, наверное, даже прошли до конца, если бы... Там все было хорошо. Да ладно. Мы и так пройдем все нормально, я очень надеюсь. Это же Lost, им легко играть. Удвоение ключей. Он был один, а вот она, золотая бомба. Давай все взрывать, все взорвать. Damage all around here. Может, тут, кстати, тут секретная комната. Тут? Да, и в ней такое. Харе стрелять. Выцвеши. А возьмем, что пусть. Покошмарит врагов разок-другой. Это же весело. It's so fun. Прям фан-перефан. Вот еще даже какой-то ключик. Перфект. Взорвись. Взорвалось. Ну что, осталось найти секретную комнату. А что, забрать артефакт? Я что-то не помню, что там было. Ну что-то не очень было. Ну как всегда, вечно какую-то ерунду подсовывают. Вместо чего-то классного. А не тут ли секретная комната? Не тут. Значит, она вот где-то тут. Где-то тут. Появись. Отлично, мы даже не потратим ключик. Да-да-да, точно. Тут я вспоминаю, она была. Ничего не будет, никаких монеток. Тут у нас козел отпущения. Вот-вот-вот, он нужен. И почему же, получается, демоны на него не отвлеклись? Это обидно. Ну да ладно. А, фонарик. По крайней мере, теперь будет светло, даже если будет... Даже если будет проклятие темноты. Внезапная карта, которая что? Которая Джастис, что надаст? Ключик, бомбу, монетку. 25, ну такое, ни о чем. Да, и секретная комната, в которой что было? Давайте попробуем. До, ну скажем, 20. Если что-то хорошее появляется, то да, нет. Нет, значит нет, ой. Да ну что, отстой какой-то. Естественно, мы это все брать не будем. Идем к боссу. Как раз набралось 20 мух. Самое оно, использовать их на боссе. Кто такой? А босс нынче... Отстой какой-то. Червяки. Ну это и хорошо. Повышение здоровья? Это зачем такое? Это странно, для почему оно выпало Лосту. Сие загадка. Ну да ладно. Да, они отвлекаются тоже на этого козла. Че он козел-то, если он не козел? Может, он по запаху козел, кто его знает? Эх, ты как хитро! Отвлеклось на этого, так сказать, козла, но выстрелило по нашему персонажу. А он был совсем в другой стороне. Но рядом тоже, согласен. Возможно, не надо как бы это выпендриваться, прям рядом стоять с врагами. Стой подальше, а враги будут отвлекаться на этого козленыша, и все, нормально. Че монетка? Че монетка? Что у нас тут? А тут у нас золотой сундук. Опять золотой. Так и хотят нам этот вручить золотой сундук. Ну, я уже даже думаю, может, стоит попробовать получить. Нет, не надо ничего пробовать получать. Вон, мы зашли в комнату с шипами, сразу как получили. Больше ничего пробовать неохота, вот. Ни разу. Ничего нет. Ничего нет. Игровые автоматы. Нас хотят порадовать тем, что это вот такие игровые автоматы. Вначале глянем, что в магазине. Попрошайка за деньги, но он ничего не выдаст толковое. Но выдаст повышение здоровья. Эй, щит сбит! А повышение здоровья, ну как бы... Что?
Лосту? Повышение здоровья, спасибо, не надо. 20 мух набрано, отлично. Теперь их 20, и можно идти давать кое-кому, кое-какому боссу в дыню. Хотя, с другой стороны, мы же можем их использовать и до босса, почему нет? Все равно враги будут убиваться. Убивайтесь, враги. Вот, хорошо. Послушные враги, убились. Особенно ты. Ну, типа того. Карта Колесо Удачи как бы намекает. Карта The Tower. Давай, все взорви. Желательно Колесо Удачи тоже. Секретная комната? Она тут. Целых 3 монеты. Вот это щедрое предложение. Ну, раз уж мы тут глядим, что тут расплескивающийся выстрел. Сплэш дэмэдж и тирс ап. Вот, ну, прекрасно. Ну и глянем заодно, что здесь. А здесь у нас кубик пятерка, и знаете, его надо использовать. Ну, еще вначале глянем, что же там в магазине. Эй! Давай, разбивай это все. Монетка прямо на пятерке лежит, и мы ее, конечно, используем. Но сначала попробуем глянуть, что в магазине. Другое дело, совсем все по-другому. А в магазине... Карта-повторялка, какой-то отстой, в общем, брать-то и нечего. Красная карта, удвоение количества денег, конечно. Ну вот это удачно. Дальше. На этой отстой, и где-то здесь уже должен появиться босс. В конце концов, он где-то появится. И какая-нибудь карта. Лучше, конечно, найти руну. Опять тауэр. Что-то зачистили. Хорошо. Эй! Прямо через вот этот проход пытался влезть. Вот где мы The Tower используем. Да прямо сейчас. Может, там кого-то подбило из червей. Было бы отлично. Было бы отлично, если бы хотя бы в одном из грибочков появился тот самый грибочек, который увеличивает свои характеристики. Все, что ли? Неизвестная пилюля. Блищ, это... Лужа лимонного сока. Как мы его называем в этой игре. Лимонный сок. Ну, вот такое, да. А тут всякое. 20 мух есть, есть. Зашли. Кто такой? Чаб. 20 мух включились. Чаба отключились. До свидания, Чаб. Так все и было. Ой, да ладно. Tears speed up. А вот сейчас будет что-то нехорошее. Хорошее, ну, так и есть нехорошее. Да его надо так аккуратно задамажить. Только не крутись. Щит сбит. Щит сбит. Ну да ладно. Нам-то что? Перфект. Все, что надо, взято. Все просто чудесно набрано. А теперь мы идем в кубик пятерку и реролим уровень. Проходим еще раз. Но это уже будет с другими артефактами. С другим содержимым магазина. Ну, еще, конечно, где-то есть секретная комната, но да ладно уже. Предположим, что мы и так все хорошее собрали. А кубик пятерка переносит нас прямо еще раз в этот же уровень, но он другой. Ти-дин! Проклятие темноты. Вот тут, конечно... Да? Это было проклятие темноты? Но оно пропало. Я-то что? Это оно все само? Никакого читерства. Что сейчас взбило нам... Ага, понятно, это был червь, который стреляет по диагонали. Терпеть их ненавижу. Давайте, наверное, пойдем в большую комнату. Она не просто так тут. Действительно, не просто так. Прелестно. Гадкие летающие толстые мыши. Толстомыш. Как... Об что? Об червя. То есть как бы намекают... Нас уже подвинули 121-м. То есть как бы намекают...
Да ладно, на ровном же месте. Обидно, слушай, вот, ну... Ну, хорошо. Последняя, третья попытка. Вот, ну, как так-то? Что значит это? Ты должен запоминать уровень теперь. Каждый тут ничего. Мы вообще это правильно играем? Это оно вообще? Ну, типа, да. Да, тут всякое взять. Ну да, конечно, надо взять вначале ключик. Теперь вначале, кажется, вот этот тут тоже ключик. А там монетки. Да, вот такое. Такое. Теперь заходим. Бдыщ. Я не понял, но, по-моему, щит сбился, нет? Ага. Чё теперь как проходить-то это все? Так все хорошо было, так хорошо начиналось, и уже почти дошли. Но нет. Ну, типа того. Дают Little Steven, как всегда, полезная вещь. Всегда нужная вещь, всегда, да-да-да. Туда я не хочу заходить, тут я не помню, что тут. Можно было не заходить. Смело пропустить, хотя нет, вот камень с крестиком, в котором просто вернут бомбу обратно. Просто верните бомбу обратно. Да ёлки-палки. Мы аккуратно, мы же играем чудо-лостом. Чудо-лост. Ну такое. Да, там золотой сундук, даже смотреть неохота. Секретные комнаты, подождите, это, кажется, в следующем уровне. Да и в этом где-то должны быть, конечно же. Конечно же, где-то они тут есть. Опять наша знаменитая, всемирно известная комната. С взрывающимся черным зомбем, если это зомби, конечно. Почему он взрывается? Что причина такого поведения? Химические реакции в разлагающемся тельце. Тушки. Окей, ну мы идем дальше. Да, вот это, наверное, не очень артефакт. Артефакт, который называется не очень, потому что он не очень. Кажись, монеток тут не выпадало, но что-то я не помню. Ну, предположим, что нет. На, тут есть. Да я теперь каждый костер еще запоминать буду? Ни за что. Я просто теперь аккуратно иду и не попадаю, щит не сбиваю, вот как-то так. Если я тут не дойду до мамаши, хотя бы просто дойти до мамаши, то уже, извините, что-то сегодня не задалось. Ну как так-то? Так все хорошо было. Что началось-то? 7 монеток, 8 монеток. Я не помню, что там покупали тут. Да, тут покупалась банка с мухами, вот точно. Банку с мухами надо взять, это полезно. Только надо монеток набрать. Еще 5. И они у меня же тогда были. То есть, что? То есть, что-то не так. Или так? Да и ключик был. А где ключик? А чё ключика нету? Не, подожди, что-то не так все-таки. Где-то не выдан ключ. Или тут секретная комната была? Тут была секретная комната. Ага, да, я уже забыл про нее. Да, банка с мухами, но... А где же я тогда взял монетку? Монетки. Ведь их тогда хватило. Еще где-то 2 монетки. Хм. Ну, значит, давайте тогда добивать костры. Ну, действительно. Не так, чтобы их много, этих костров, которые можно добить. Одну монетку. Да, конечно, золотой сундук. Но тут же не было монеток, точно. Тут черные сердечки, исключено. Где же тогда была монетка? Где-то тут. Где-то тут.
Что-то где-то тут не так. А, вот костры. В одном из них будет монетка, правильно? Та самая монетка, которую кто-то пропустил. Нет? Как так-то? Ну, наверное, тогда секретная комната. Хорошо. Да, там секретная комната как раз с деньгами. И там, где сундуки, и мамашина лапа падает. Вот это должно быть... Да. 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 Вот и монетка. Делов-то. Я что-то не то сделал, ну ладно. Ну это не деньжищи. Деньжулечки и все такое. А, ну ладно. Теперь задача что? Добыть кого? Банку с мухами. Карта не помню какая, поэтому даже не хочу брать. Просто идем дальше. А мух-то теперь и нету. Ну ничего, это, кажется, будет рожок. Известный как ворожок. Нужен нам как дружок, потому что мы бьем третий раз. Ты достал со своими вот этими всплесками черных эмоций. Негатив прямо какой-то. Будьте веселее и добрее. Ну да, он типа улыбается, это уже позитив. Улыбайтесь чаще. Как советует рожок, потому что он, когда не улыбается, похож на УГ. Унылую фекалию. Уф. Все что ли? Мы еще раз проверим. 2-1-2, 2-2-1. Сейчас, хоп. 2-1-3, 3-2. Ну вот лучше же, правда? Уха-ха-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. Уржаться. Ну не знаю, тут были монетки, нет? Я не помню, поэтому все делаю точно так же, как делал бы тогда. Аккуратность, щит, чтобы был не сбит. Ну, это мы уже видели, все то же самое. Где-то тут была золотая бомба, наверное, сразу ее и попытаться добыть. Вот есть точка безопасности? Вставай в точку безопасности. Вот. Это же просто. Простые правила. Монетка. Там будет... Что-то будет. Там будет... как он называется? Я забыл. На букву Ф. Фекалия? Нет, фонарик. Точно, фонарик. В магазине фонарик. Взять? Конечно, взять. С другой стороны, он может отвлекать. Ну, там же точно было проклятие темноты. Фонарик вроде как его отменил. Или нет? Или как? Я не помню. Комната с двумя чертями. А давайте зайдем, повеселимся. Хорошо. Так. Пилюля. Infested. Вторая пилюля. Ширихаря. Ширихаря. То, что нужно. Так, это все нет. Ну вот опять, вот не ходи ты в ту комнату, и было бы хорошо. Но нет, пошел. Понимаешь ли, он тут крут. Золотую бомбу кто брать будет? Кто будет брать золотую бомбу? Are you hear me? Golden bomb. Тут вроде бы нету секретной комнаты. Она как раз вот там рядом с золотой. Ну, то есть комнаты с артефактом. Так, муха, а что только две? Давайте больше мух. Сейчас мы тут наберем мух. И босс будет чапка жизнь. Чапка жизнь. Эй, щит сбит. Аккуратнее вы с этим. Не сбивайте нам щит. Вы что, вы такие злые? Ну вот. Итого 7 мух. Не так, чтобы много. Удвоение ключей. Прелестно. И да, секретная комната была вот здесь. Точно. Вот. Просто вот здесь. Ну, даже не знаю.
на ровном на месте опять. Хочет щит сбить. Ни в коем случае. Да, что-то такое было. Ну вот, 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 вот. И последняя секретная комната. Последняя, в смысле, в этом... На этом уровне. И не забыть взять фонарик. Конечно же, фонарик. Фонарик. Nightlight. Вообще-то ночник, ну, типа... Ночная лампа имеется в виду. Тут мы экономим ключ. Я помню, мы вот так вот хитро заходим через секретную комнату. Все тут взрываем. Может, не надо. Не знаю, само взорвалось. И у этого чувака нет тоже ничего. Но мы его взорвем, потому что... А почему нет? Получаем чудо-юдо помощника, так называемого. Ну, отвлекает врагов. Тоже, в принципе, помощь, чё. Ну и все, идем дальше бить босса. Холлоу. Ну, на самом деле, это... Перёста. Просто, ведь просто-просто. И просто-просто-просто-просто-просто летающие черви. Летающий червь. То есть, такое странное создание. И тут внезапно, да, то самое повышение здоровья, которое спасибо не надо. Вот, это мы проходили уже один раз. Так, и даже, по-моему, вот этот уровень проходили, хотя не помню, но возможно, да. Так, да-да-да-да, нет-нет-нет, вот, вот только не вот эти пакостные... Вот, вот вы. Давай, давай, давай. Открылась, получила в дюндель, закрылась, все. Вот это зло, это точно зло. Комната с червями зла, черви зла. Ну все, что ли? Опять золотой сундук. Не надо. Вот это точно не надо. Все эти двойные пауки. Ненависть. Какой у тебя такой паученыш или червяченыш. И добил нашего лоста там, где была комната с двумя большими толстыми летающими мышами. Я-то помню. Я их запомнил. Только где-то комната, не помню. Ну, вроде это в следующем уровне. Чё ты так? Не надо так. Попрошайка за деньги. Ну, хорошо, выдай что-то. Может, он даст компас. Даже Боб, если даст, уже будет хорошо. Он дает какой-то отстой. Повышение здоровья, ну, конечно. Это то, что нужно. А давайте мы их всех, вот это, все взорвем. Белое сердечко. Ой, как важно. Хоть тут денежка выпала. И еще. Все в деньгах. Осталось найти магазин. Вот я боюсь, что теперь может появиться не нечистый, не сделка с нечистым. А комната с ангелом. С другой стороны, возможно, это будет даже и к лучшему. Потому что в комнате с нечистым был кто? Тот самый гадостный, как его зовут-то, Карамбус. И я даже думаю, что и не стоит к нему подходить. Было. Будет. Ведь такое было, правильно? Да, и тут кубик, кубик пятерка. Вот что было хорошо. Так, колесо удачи. Появись. Карта Тауэр. Взорвись. О, да, я еще вспомнил, тут была секретная... Это же наш, тьфу ты, елки. Ну все, значит. Тут была секретная комната с тремя монетками, что-то такое. Ну все-таки, это три монетки. Дают же, надо брать. Проверим, пятерка ли этот кубик. Да, это кубик пятерка. То есть надо пройти босса, все собрать, вернуться и еще раз пройти раз этот уровень, в котором нас вот тогда и... не нас, а персонажа. Несколько огорчили.
О, да, кстати. Еще монетка будет в середине. Вот она. Ее не возьмешь, потому что кубик раньше начинает телепортировать. Ну ладно, чё. Только я не помню, что в магазине было. Было ли там что-то вообще хорошее? В магазине было... Да ничего такого. Карта, да, вот эта карта, которая удваивает количество денег. Вот это хорошо. Есть безопасность, вставай в точку безопасности. Почему нет? Так, это что? Это еще раз карта Tower. Картавер. Так, вот что-то не то. Что-то пошло не так. Со всех сторон фекалии. Мы отбивались лопатой как могли. Вот тут карта Tower. На, взорви их там чуток. Парочку червей. Ну да, их осталось уже меньше. И... Пилюля, да. Ни о чем. Секретная комната, вот я вспоминал, если она тут, ее тут не видно. Значит, она, скорее всего, примыкает к большой комнате, а в большой комнате там печаль, беда. Искать в большой комнате, ну... Ну хорошо, давайте попробуем. Раз. Взорвалось? А что я не расслышал, как этот взрыв-то был-то? И тут где-то середина, ну... Тут где-то, я не знаю. А! Пилюли. Берем лемон пати, сейчас будет, если я не ошибаюсь, чап. Лемон пати будет им очень к месту. Чап, лемон пати. Ну, типа того. Да-да-да, и тут будет карамбус, но у нас для него есть сюрприз. 300 тысяч мух. Как насчет мух? Так и сдох, так ему и надо. Итак, мы подобрали то, что нужно. Также будет усиление. Старый важнее, не-не-не. Идем в кубик пятерку. Тут мы даже нашли секретную комнату. И... Аккуратненько. Не это самое. Не выпендривайся. Вспомним, что это лост. У него есть щит. Его надо все время поддерживать. Монетку заберем или нет? Все знаете? Заберем. Это к удаче. Видели, это было очень удачно. Итак, еще раз четвертый уровень. Ну, да, мы на нем уже были. Так, темно стало. Но хоп, посветило, потому что что? Потому что фонарик. Внимание! Начинается новое прохождение. Ну, почти. Вот там еще где-то вот выше. Вот это выше они, эти комната. Вот, вот они. Вот эти ребята. Из-за них. Все было из-за них. Все. Мы прошли игру. Нет, нет, на самом деле нет. Мы просто зашли дальше. Теперь ты видел больше, как бы можно сказать. Ну или видела. Смотря кто смотрит. Ну, нет. Кубик D10. Фу! То есть, как бы, на хорошие артефакты рассчитывать не стоит. Ну ведь отстой, действительно. Кубик D10 рижолит противников. А ведь это может быть рирол вообще в нехорошую сторону. Такое ощущение, что тут были уже. И на тебе тут жадность. Ну ладно, хоть денег дали. Хотя зачем они? Смотрите, артефакт бесполезный. Магазин оказался, ну тоже бесполезный. По сути, там была жадность. Одна надежда, что с босса что-то будет классное. Такая вот надежда. Надежда. Или вот сейчас тут будет, например... Камушек. Нет, тут просто серые сердечки, которые... Серые сердечки? Ну, как вариант, конечно, еще может секретные комнаты в них что-то, если мы их найдем. Че ждем? Получай в дюндель, да и все. Нет. Ждет что-то. Еще бы чуток больше дамага, и было бы, да, было бы вообще классно. Так, секретные комнаты. Хе-хе-хе, попробуй найди ее тут. Я бы сказал, что она тут, но, скорее всего, она будет в предыдущей комнате, вот, ну, здесь. Бомбы же не это. Все на учете.
А давайте попробуем что-то выявить отсюда. Все-таки 99 монет. Самое, что может хорошее выпасть, это что-то... Триничка, которая позволит, ну, скажем, увеличить дамаг или скорость стрельбы, или что-то такое вот. Еще неизвестная карта. Карта мира. Ну, это хорошо, но... Помощник отстоя. Что делает помощник отстоя? Он делает... Он стреляет, но... Нет. Лучше триничку другую какую-то. Карта колесо удачи. Еще колесо удачи. С другой стороны, а что там с удачей? Удача на уровне 1. То есть не очень. Карта мира. Окей. Серое сердечко. Еще. Просто чудесно было бы, если бы мы играли персонажем, у которого есть здоровье. Я что-то не понял, мне показалось или нет, но... Типа щит пропал, нет? Надеюсь, что нет. Ведь мы их все захаваем, чтобы не мешали. Ведь мешают. Руна. Хагалас. Ну, немножко не то. Хайприест. Надо использовать все это. Сейчас пойдем в большую комнату, там хагалазнем, чтобы... Ну... Вдруг там секрет. Какой отстой. Давайте что-то серьезное. Дали серьезное. Нет, конечно, муха получше будет. Пошли хагалазать. О, секретную комнату показали. И как раз мы ее отсюда хагалазом-то и откроем. Вот из-за этой комнаты. Ой, что творится-то? Что деется? Черви ползают прям многотонные. Какой-то прямо... Прям какая-то дюна. Я забыл, как там планета называлась в дюне. Ёлки-палки, старость не радость. Хагалаз. Что-то хагалазнулось. Не знаю, но наверное. Игровые автоматы, которые что? Давайте мы вот этого дрища взорвем. Нехорошее слово, ну. И он нехороший, так что все совпадает. Эй, был же хагалаз, и должна была открыться секретная комната, нет? Ну и ладно. Еще есть комната с боем, но, скорее всего, комната, где есть супер-чудо-книга, мы не найдем. Типа того. Но мы будем исследовать, потому что... Зря мы, что ли, реролли уровень целый. Вот там какая-то узкая комната, в нее я заходить боюсь... Потому что там какое-то зло. Теперь 2 золотых сундука. Ух ты как. Хорошая попытка, но нет. Тут значит, что у нас будет какой-то босс. Надо под него взять либо Лемон Паттин, не знаю, либо вот Хай Приест. Сейчас попробуем Хай Приестом задамажить босса, который будет... Кто это? Это Чад. Ну как, задамажили. Вполне нормально. И даже нет никакой сделки с каким-нибудь там чистым, нечистым, получистым, полусухим. Ничего нет. Тогда мы берем карту World. И, наверное, да, и пускай будет грибочек. Грибочек. Не, дамаг достойный, как раз так мамашу можно и отдамажить. Она нет, но нет. Curse of the Lost. То есть, как бы... Карта ваша будет бесполезность. Нет. Уже даже не золотые сундуки, а просто серые. Нет, это никуда не годится. Прелестно. Минус гадкое сердце и ее... Его привязанная к нему маска. Его на. Непонятно. О, не. Так, значит, сердце и привязанная к нему маска. Вот. Логично. Все правильно звучит. Так и должно быть. Комната, наша любимая комната с шипами на двери. Давайте-ка мы в нее зайдем, да? Нет. Вообще нет. Так, опасность. Все стреляют, все взрывается, щит сбит. Нет, еще нет. Карта с эффектом Stars, телепортация. Травливающий дамаг.
Да хорошо, конечно. Тут еще знать, правда, куда мы попали. И, наверное, тут секретная комната. Обычно она тут и бывает. И в ней куча деньжищ. Ну, это хорошо. Учитывая, что магазин... Это ж какой у нас уровень? Еще даже не мамашей, а предмамашевый уровень. Предмамашьей. Господи, какие слова. Конечно, троллейбомба. Свободно. Во, а тут мы были. Так сказать, круг замкнулся. Правда, куда отсюда идти? И почему один паук? И почему тут одна... Нет. Может, секретная... Нет, секретной комнаты тут нет. Мы же нашли уже секретную комнату, которая примыкает к двум, трем и более. Все, оказалось, тут тупик. Оказалось, не казалось, что тут тупик. Ну и ладно. И там тупик, и пришли мы, походу, отсюда. И весь этот сегмент оказался тупиковый. Что это мы вот это все проходили? Вот там был где-то вверх ход. Наверное, сюда и нужно. Вот хорошо, отравление-то работает? Работает. Нужен магазин. Без магазина мы... Не-не-не, только магазин. Гадкие летучие мыши, ненависть у меня к вам. А почему? Потому что они убили Лоста. Они убили Лоста. Они убили Кенни. Они всех убили. Теперь толстые нажрались и летают. Ой-ой-ой, как плохо. Ключик, ну ладно. Зомби, ну ладно. Ну как-то так. И вторая жадность в магазине. Че такое-то? Че случилось-то? Щит сбит. Ёлки-палки. Фух. Сбогойствие. Пилюля с эффектом шире и еще шире харя. Ну уж нет. Ну хоть тут сошлось как-то. И ничего. Готовы, пошли. И это оказывается Локи. Локи, привет, Локи. У нас тут для тебя есть мухи. О, у него тоже есть мухи. Только большая и взрывающаяся. И их много. Вообще-то. До свидания, Локи. Какой полезный артефакт. И даже нет комнаты с каким-нибудь ангелом. Ну, или сделки с нечистым. Мамаший уровень. Мамаший. А давайте мы посмотрим. Сразу включим карту, которая показывает карту. Карта. Сходится. Вот, и увидим, что уровень вот такой. Надеюсь, это та самая комната, в которой... Нет. Это не та самая комната, в которой... Отлично. Тут мы схитрили. Хитрец. Хитрюга, да. Заставил сэкономить себя бомбу. И... да, такое. Давайте вот это взорвем. Вдруг тут будет, ну... Нет. Даже вообще не вдруг. Как еще одна карта мира. Используем на зачем-то теперь. Так, итого. Смотрим, куда тут надо лететь. Есть, правда, комната-кубик. Вот это интересно. Там может быть что-то веселое. Вдруг это опять пятерка. Ну это же может быть. Да хватит бить-то. Сколько можно? Я не хочу там выходить больше, но ладно. Ну ладно. Кто такие? Почему не... А, мушка летает. Я думаю, что такое? Джокер. Сначала мы глянем, что за кубик. И если это... Пятерка, то Джокера пока ставим. Это кубик, между прочим, шестерка. Шестерка это не то. Ну-ка, что он дает, этот Lazy Worm? Летит медленнее. А дамаг? Дамаг четверка. А так? И так четверка. То есть, не надо. Не надо. Но есть комната с Джокером. Это должна быть хорошая комната. Как я себе о ней думаю.
Пилюля с эффектом Tears Down. Ну, спасибочки. Ну, сейчас мы глянем, что где творится. Может, какой-нибудь найдется чудо-артефакт, который все затащит. Надо было, да, в комнату с артефактом идти, а не тут гулять. Ну да, и магазин же, как же без магазина? Что творится-то? Не знаю, не наше. Оно само. Ну тут выбор очевиден. Святой шот выстрел. Шот. Холи шот. У него есть холи щит, холи шот и... Что из этого полезно? Но, честно говоря, ничего. Идем к Джокеру. Джокер предлагает вам тень Джудаса. Ну, типа того, чтобы если вдруг проиграешь, ты сможешь еще раз попробовать пройти то же самое, где тебя убили, с помощью Джудаса. Но это засчется Джудасу, а не тебе. Так что думай. Карта Девил, усиление дамага. Вот это стоит взять. Ну, еще вот это купим. Что нам даст? Ну, секретная комната, но мы же ее нашли уже. Одну. Одну, да. Вторая... Зачем? Ну, давай еще какую-нибудь карту. Карта суицида. Ну, блин. Что у них в голове такое? Кстати, давайте вот это взорвем. Почему? Потому что можем. Ну, собственно, вперед. А, да, секретная комната. По-моему, она... Что-то мне так кажется, что вот здесь... Показалось. Ну, здесь не может быть, а здесь... Здесь может быть, еще как. Но нет. Тогда остается только тут. Батарейки. Ну, давай еще тут. Опять Джокер, ну, извините, уже были. Опять Ширихаря. Нет, Ширихаря не надо. Карта Девил еще раз. И карта Фул, которая... Зачем? Ясно, берем Девил. И что-то я, извините, взял-то не тот артефакт. Надо кучу мух взять, а я взял эту ерунду. Уже 20 мух. Извините, да... Серьезно? Вот, 20 мух. Все, идем бить мамашу. Собственно, финал нашего сегодняшнего забега. Так, хорошо. Это включили. Мух включили. Дамажить начали. Дамажим, 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 дамажим. Задамажили. Собственно, все дела. Делов-то было-то это все проходить. Здрасте, здрасте, кто вы? А, ну ладно. Ну, типа, пройдено. Но, как водится, сегодня мы уже немножко не дошли. Шли-шли, но не дошли. Да. Обидно, но ладно. Ну, куда сдвинули-то? Ну, такое. Такое. Причем все сдохли. Тут кто-то вообще выигравший есть? Да, есть, смотрите. А, нет, это... Извините, это прошлые результаты. А как же посмотреть нам... Ага. Да все какие-то дохлые. Ну так им и надо. И нам. Ну, нам бы удалось пройти. Мы прошли и на такое. Тем не менее, лостом можно проходить. Главное, не расслабляться, меньше трындеть и вот так серьезно взяться за игру и проходить как надо. Что было продемонстрировано. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.